Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Налог на имущество физлиц теперь будут начислять, исходя из кадастровой стоимости. Сочинские депутаты приняли окончательные ставки. Игорная зона в Красной Поляне откроется 5 января. Ее развитие и проблемы отрасли обсудили сегодня в Сочи. Задержан подозреваемый в распространении наркотиков. За 3 недели он совершил не менее 500 закладок. Хэллоуин по-русски отмечают в Сочи парке. День рождения Бабы-Яги предлагают отпраздновать с национальным размахом. Заветные 6 нулей. В крае завершилась уборка риса. Валовый сбор составил свыше 1 000 000 тонн. А это на 81 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. С рекордным урожаем рисовода в Кубани поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. В своем микроблоге в Твиттере губернатор написал: «Легендарный рубеж в 1 миллион тонн кубанского риса взят. Но этот рекорд был бы невозможен без помощи президента. Новые посевные площади стали настоящим подспорьем для наших аграриев. Это долгожданная победа и великая заслуга наших рисоводов. Низкий поклон за ваш труд». Лучшими по показателям в производстве риса стал Калининский район. Там собрали 83 центнера с гектара. На второй строчке разместился Красноармейский район и замыкает тройку лидеров Славянский. По словам Вениамина Кондратьева, это историческое событие для края. Такой урожай белого золота регион собрал впервые за всю свою историю. Вторая жизнь «Динамо». Стадион почти с вековой историей в центре Краснодара должен заработать в следующем году. Сегодня стройплощадку спортивного комплекса посетили председатель Всероссийского общества «Динамо» и губернатор края. Реконструкция стадиона длится уже 8 лет. К открытию здесь должны появиться новое футбольное поле, беговые дорожки, зоны для прыжков в длину и высоту, сектора для метания копья и толкания ядра. Также планируется теннисный корт. Заниматься в спорткомплексе «Динамо» смогут не только полицейские, но и все желающие. Сотрудники тоже испытывают потребность. Плюс сейчас Росгвардия. Поэтому мы надеемся, что они войдут тоже в «Динамо». Четко признать, что не только сегодня сотрудники ГУВД и Нацгвардии ждут ввода в эксплуатацию этого стадиона. Этот стадион – любимое место для спортивных соревнований жителей города. И они сегодня его ждут, потому что сегодня он растворяет определенный символ, что ли, спортивной славы Кубани. Вот на этом стадионе, из этого стадиона вышло много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Поэтому, конечно, жителями города сегодня продиктована необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию стадиона «Динамо». Ну, я думаю, что разумная часть времени будет отведена для силовых ведомств, часть для… Конечно. Уже завершено строительство трибун. На стадионе продумана и неспортивная инфраструктура. Сделана подземная парковка. В краевом бюджете на следующий год дополнительно заложили 380 миллионов рублей, чтобы частично ввести в эксплуатацию комплекс «Динамо». Вопрос строительства стадиона для нас сегодня очень важный. Вы все знаете, что в следующем году ему исполняется 85 лет. Поэтому к этой дате мы обязаны, конечно, его сдать. Я понимаю, что у каждого будет много сегодня вопросов, а может быть и проблем. Мы сегодня, вот сегодня их необходимо обсудить, чтобы уже в следующем году мы к ним не возвращались. А все вместе также собрались, чтобы перерезать ленточку. Конечно, достроить надо, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше. То, что сориентировались, что 85-летие, хорошо, дата будет. Рядом со стадионом должна появиться и зеленая зона. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Утвержден налог на имущество физических лиц. Теперь его будут начислять, исходя из кадастровой стоимости. Сочинские депутаты на сессии городского собрания приняли окончательное положение о ставках налога. Кто будет платить меньше, а кто больше, расскажет Елена Овсецина. Перейти на новые правила начисления требует федеральное законодательство. Над этой темой депутатские комитеты, рабочие группы, эксперты работали 2 месяца. И вот проект решения городского собрания Сочи во втором чтении о налоге на имущество физических лиц принят. С учетом того, что 80% сочинцев проживают в квартирах стоимостью до 10 миллионов рублей, депутаты решили существенно снизить ставки. На сегодняшний день у нас жители, которые проживают в квартирах кадастровой стоимостью до 5 миллионов рублей, коэффициент будет не 0,1, а в 2 раза меньше – 0,05.
коэффициент будет. Для тех, кто, у кого кадастровая стоимость их жилого помещения, что, почему я говорю жилое помещение, то есть это и квартира, и дом, стоимость от 5 до 10 миллионов рублей, тоже понижающий коэффициент 0,08. Уже. И только от 10 до 25 миллионов рублей – это базовая ставка, которая определена федеральным законом, это 0,1%. И то жилье, кадастровая стоимость которого свыше 25 миллионов рублей, для них будет немного повышающий коэффициент – это 0,15%. Многодетные семьи, имеющие 3 и больше несовершеннолетних детей, теперь от налога на имущество освобождены. А те, чьи объекты стоят более 300 миллионов, должны будут платить 2% от кадастровой стоимости. Учитывая, что новый порядок расчета налоговой базы по налогу имущества физических лиц вступает в силу с 1 января 2017 года, платежи пойдут с 2018 года, мы имеем возможность при необходимости еще раз вернуться к этому вопросу. В городе будет проводиться большая разъяснительная работа по переходу на новую форму налогообложения. Будут изданы специальные информационные материалы, где четко пропишут правила взимания платежей, а также какие можно получить льготы и как определить кадастровую стоимость своей недвижимости. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И горная зона в Красной Поляне откроется 5 января. Сегодня в Сочи обсудили проблемы отрасли, а также развитие горной зоны в Сочи. Международная конференция собрала ведущих экспертов и представителей индустрии азартных развлечений. Красная Поляна сегодня в центре внимания участников игорного форума. Правда, сами представители курорта «Горки город» от участия в форуме отказались. Подробности о датах открытия официальной игорной зоны стали известны от представителей городской администрации. Итак, в тестовом режиме первое сочинское казино заработает уже с 1 декабря. Известен и официальный оператор Олимпийской горной зоны, которая, уверен, власти города позволит увеличить туристический поток как в горном, так и прибрежном кластере Сочи. В этом году мы ожидаем в зимний период около 1,5 миллиона человек. И я думаю, что как раз часть этих туристов приедет именно для того, чтобы поиграть. Они рассчитывают принимать около 1700 человек одновременно. То есть смогут играть. И по году хотят выйти на где-то 500-600 тысяч человек дополнительной привлеченной аудитории. Я думаю, конечно же, это будет способствовать развитию игорного туризма в нашем городе. Это будет интересное направление. Оно будет привлекать новых игроков и, естественно, новых туристов. Участники конференции отмечают, из всех игорных зон, созданных в соответствии с действующим 244-м федеральным законом, Красная Поляна – это самый подготовленный земельный участок в плане уровня развития инфраструктуры. Займет игорная зона более 165 тысяч квадратных метров горнолыжного курорта «Горки город». По данным курорта «Горки город», предопенинг, предоткрытие состоится 24 декабря, а 5 января 2017 года ожидается уже гранд-открытие с хорошей развлекательной программой, с бесплатным приглашением гостей и жителей курорта на концертную программу, которая будет у них на площадках проводиться. Что касается игорной зоны Азов-Сити, что в Щербиновском районе края, то сочинской она конкуренцию не составит, отмечают эксперты. На Красную Поляну ожидают в основном иностранных туристов. Инга Габиша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи ищут новые формы взаимодействия жителей, бизнеса и власти. И сделать это попытаются в рамках первого урбанистического форума. Он открылся на курорте сегодня. Работать форум будет 3 дня, и его участником может стать каждый горожанин или гость курорта. В зале люди разных возрастов и профессий, представители власти, бизнеса и простые горожане. Всех их объединил первый урбанистический форум. Его цель – это поиск новых форм взаимодействия жителей, бизнеса и власти. Идея проведения такого мероприятия родилась в сочинской мэрии. Организаторы отмечают, несмотря на то, что Сочи сейчас называют одним из самых развитых и желанных для постоянного проживания городов страны, до сих пор не налажен диалог, в том числе между жителями. Они должны быть потребителями благ города, а участвовать в его развитии. Все начинается с подъезда. В каких подъездах?
местных мы позволяем себе жить, какие придумываем территории иметь и так далее. Да? Например, наш город. Потрясающее физическое пространство. Мы на нем так и не смогли создать классный курорт с хорошим сервисом. Поэтому этот форум призван быть таким мозговым штурмом, с помощью которого мы все вместе, те, кто заинтересован в развитии города, кто видит его по-разному, должны все-таки для себя понять, как мы его видим и как, что мы должны для этого делать. Как выстроить диалог власти, бизнеса и жителей, от которых напрямую зависит будущее Сочи, на этот вопрос попытается ответить главный спикер форума Святослав Мурунов. Его называют гуру российской урбанистики. Он уже помог жителям более чем 140 российских городов. Помог слушать, слышать и договариваться. Проблема развития городов находится не в плане бюджетов, отсутствия денег или их какое-то небольшое количество, не в плане каких-либо физических ресурсов, а в плане как раз взаимодействия между городскими субъектами. Администрация, бизнес, городские активисты, городские эксперты, малый бизнес, средний бизнес. Конечная цель – это развитие и процветание города, а форум поможет найти для этого механизмы. В течение 3 дней пройдут лекции и мастер-классы для чиновников и депутатов, для представителей среднего и малого бизнеса, для лидеров общественных организаций. Запланирован даже мастер-класс для старшеклассников. Им расскажут, как их увлечение в будущем можно трансформировать в экономически выгодные проекты, причем не только для себя, но и для родного города. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В рамках масштабной подготовки ко Дню города 29 октября во всех районах курорта пройдет общегородской субботник. На уборку улиц, дворов и придомовых территорий выйдут трудовые коллективы, школьники и студенты. Администрация города призывает местных жителей также проявить активность и в ближайшую субботу выйти на уборку придомовых территорий. Как выяснилось, сочинцы не только поддерживают идею общегородского субботника, но и готовы принять в нем участие. Это вообще хорошее дело. Нужно убирать город, чтобы был в чистоте. Поэтому мы выйдем. А такие районы, которые там запущены, там меньше зелени, там высадка деревьев. Должны все-таки мужчины помогать, убирать город в любом случае. Ну, это такое дело. Мне кажется, должны в любом случае. Мы, кстати, дети совдепи советского, поэтому мы к этому относимся всегда положительно. Мы сами делаем субботники. Для детей там по площадку там чистим и благоустраиваем ее. Кто-то пойдет, у кого-то может быть какие-то дела. А ну вот у вас лично? Ну, у меня лично день рождения мамы, я не могу пойти. Но я просто хочу сказать, кто любит свой город, тот обязательно должен выйти. В администрациях районов и города всем желающим участвовать в субботнике готовы выдать газонокосилки, мешки для мусора и инструменты для обрезки ветвей деревьев. Заявки на техническое обеспечение принимаются в муниципалитете. Итоги субботника будут подведены с 15 по 18 ноября в районных домах культуры. В Сочи отремонтировали очередную дорогу. На этот раз вторую жизнь получило дорожное полотно в селе Высокое. Улица Геленджикская не видела капитального ремонта более 15 лет. И вот на днях туда зашла долгожданная дорожная техника. На месте побывала Инга Габешия. Работы еще не окончены, а водители уже наслаждаются плавной ездой по новой дороге. На улице Геленджикская в селе Высокое Молдовского сельского округа уже заменили старое дорожное полотно на абсолютно новое. Теперь никаких ям и ухабов, как это было раньше. Последние годы я не совру и скажу, что мы просто мучились, когда по этой дороге ездили. Даже лишний раз не хотелось из дома выезжать, когда я вспоминал, что у нас здесь было. Это касается каждого жителя. Откровенно говоря, многочисленные обращения граждан, многолетние обращения, как бы ничему не проводили. Все изменилось после схода граждан, который глава города провел в селе Высокое в мае этого года. Тогда он пообещал, в октябре жители будут ходить и ездить по гладкому полотну. Слова не остались просто словами. Теперь свежему асфальту радуются и водители, и пешеходы. Большое спасибо за дорогу. Намного удобнее, лучше стало с колясками ездить, даже просто пешком ходить. Потому что раньше это просто невозможно было сделать. Даже с ребенком не выйти, не прогуляться, даже до магазина не сходить. Поэтому большое спасибо за эту дорогу. С новой дороги еще не ушли рабочие и тяжелая техника. Местные активисты пообещали всячески им помогать. Например, обустройство ливневок сельчане взяли целиком на себя. В знак благодарности от имени всех 3,5 тысяч жителей Высокого. Кстати, бригады уже приступили и к ремонту дороги, ведущей в Липники. Вот эти трещины – результат постоянных оползней на этом участке. Проблема тоже очень скоро останется в прошлом. Всего же до конца года в Сочи должны отремонтировать 32 дороги. На эти цели из краевого бюджета выделено 210 миллионов рублей. Еще 26 миллионов – это уже средства из городской казны потратят на ямочный ремонт 46 дорог курорта. Инга Габешия, Ольга Десятова, Владимир Киселев, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ.
В Сочи задержан подозреваемый в распространении наркотиков. При проведении профилактических мероприятий в Лазаревском районе поступила оперативная информация о том, что 22-летний молодой человек, прибывший в Сочи из Воронежской области, занимается распространением наркотических и психотропных веществ. В результате при совершении очередной закладки злоумышленник был задержан во дворе одного из домов поселка Лазаревская. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него было обнаружено и изъято около 50 свертков с веществом неизвестного происхождения. Как пояснил молодой человек, это наркотик, который он приобрел через интернет и намеревался продать. Более того, по словам приезжего, противоправной деятельностью в городе он занимается около 3 недель, совершил не менее 500 закладок. Также подозреваемый сообщил адреса тайников. Там было обнаружено еще около 10 свертков. Согласно проведенной экспертизе, обнаруженные у задержанного, а также в тайниках вещества являются наркотическими. Это соли, спайс и N-метилэфедрон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет. В Сочи пройдут гонки общественного транспорта. Первенство Краснодарского края по автомногоборью среди водителей рейсовых автобусов определит, кто самый быстрый и аккуратный шофер. Мероприятие состоится 28 октября с 11 до 15 часов на Сочи автодроме. В необычной гонке примут участие водители всех муниципальных образований Краснодарского края. Соревнование будет состоять из теоретической части, включающей тесты на знание ПДД, и практической. Из 3 гонок, в рамках которых участники продемонстрируют мастерство филигранной езды. Кроме того, для зрителей, которые смогут бесплатно увидеть соревнования с главной трибуны Сочи автодрома, организаторы подготовили развлекательную программу. Болельщиков ждут показательные выступления стантрайдеров и спецроты ГИБДД. Гости Сочи парка начали отмечать день рождения Бабы-Яги или Хэллоуин по-русски. Сегодня начала работу новая развлекательная программа. Она продлится по 6 ноября. С какими подарками приходить к костяной ноге и что подготовили организаторы для любителей пощекотать нервы, расскажет Татьяна Говоркова. Десятки сказочных персонажей, 15 тысяч настоящих тыкв и множество тематических украшений и фотозон. Все это ожидает гостей на территории тематического развлекательного Сочи парка. В своей резиденции посетители принимают на лицо ужасное, доброе внутри именинница. В качестве подарков Баба-Яга ждет стихи, песни или танцевальные номера. Мы приехали с города Новороссийск специально поздравить Бабу-Ягу с днем рождения с детьми. Платон и Тарас подготовили небольшое стихотворение и как бы... Все им очень нравится. Украшен Сочи парк как никогда. И просто мы отмечали несколько раз Хэллоуин в Майами. И там я просто нахожу сходство очень большое, что... Прям как там этот праздник отмечается. Развлекательная программа насыщенная. Театр скелетов-марионеток, спектакли, научное шоу «Франкенштейн», различные мастер-классы, где можно научиться делать ведьминые шляпы, игрушки-привидения, вырезать светильник Джека из тыквы и даже готовить колдовское зелье. А вот для любителей пощекотать себе нервы Сочи парк подготовил 3 уникальных аттракциона, которые будут работать только в период дня рождения Бабы-Яги. 3 лабиринта страха, причем 2 из них являются накрытой площадкой, и только 1 под открытым небом. У каждого лабиринта своя история. Один из них представляет психбольницу, посещение которой возможно только с врачом и только по его рекомендации. 2-й лабиринт представляет из себя заброшенный завод, на котором произошла совершенно страшная техногенная катастрофа. И все ужасы воплотились именно в здании этого старого завода. Ну и, конечно же, нельзя не рассказать о старой заброшенной ферме, на которой обитают привидения, которые с большим удовольствием ждут посетителей. Наряду со зрелищами и хлеб, соответствующие тематические коктейли и десерты с шоколадными пауками, летучими мышками, мармеладными глазами и кремовыми червяками можно отведать во всех точках питания. Сказочную атмосферу придает и специально подготовленная тематическая музыка. Шоу, квесты и конкурсы с участием сказочной нечисти будут сопровождать произведения Альфреда Шнитке и Михаила Мееровича. Атмосфера здесь прям шикарная, зажигательная. Все вас вообще на высоте. Мы впервые вообще влились в эту атмосферу, и нам очень понравилось, потому что здесь все в этом стиле и очень
Очень интересно. Страшно интересно. В Сочи парке будет с наступлением темноты. Для самых смелых гостей подготовлена специальная программа. Состоится и бал Дракулы, где каждый сможет продемонстрировать свой уникальный образ. День рождения Бабы-Яги и Хэллоуин по-русски пройдет в Сочи парке по 6 ноября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В центре Сочи на время марафона изменится схема движения. 6 ноября на курорте состоятся открытые краевые соревнования «Кубанский марафон». В связи с этим с 9 до 16 часов будет перекрыто движение транспортных средств сразу по нескольким центральным улицам. Несебрская, Джоникидзе, Черноморской, Курортному проспекту, Воровского, Парковой и Конституции. Все выезды из них тоже будут закрыты. Маршрут марафона также проходит по улицам Новогинская от Курортного проспекта до здания администрации Центрального района и обратно по выделенной дорожке. При этом будет организован проезд по выделенным полосам по Курортному проспекту на участках от улицы Поярка до улицы Горького, от Черноморской до Яна Фабрициус, от проспекта Пушкина до Учительской, от Первомайской до Горького. На время проведения мероприятия будут изменены маршруты общественного транспорта, а движение на маршрутах номер 15, 17, 18 и 23 будет вообще приостановлено с 9 до 16 часов. Подробную схему маршрута можно увидеть на нашем сайте fkt.com и на сайте администрации города. Соревнования включают в себя забеги на несколько дистанций, в том числе марафон 42,2 километра, полумарафон 21,1 километр и марафон на двоих. Сегодня в Сочи в выставочном центре на Несебрской 1Б начала свою работу специализированная выставка «Мебельный вернисаж». И традиционно лучший стенд представила студия мебели и интерьера «Дель Соле». В очередной раз лучший стенд представила студия мебели интерьера «Дель Соле». Это уже стало хорошей традицией. На стенде представлены новинки итальянской фабрики «Фрателли Барри» по весьма демократичным для итальянской мебели ценам. В этом году можно смело присвоить мебели этой фабрики первое место в номинации «Выбор дизайнеров». А также новинки кухонной мебели. Впервые показана столешница из нержавеющей стали, современный, практичный и модный элемент кухни. На сегодняшней выставке мы представили необыкновенную столешницу из стали. Очень красивую, ультрасовременную. Прямо из Финляндии, сегодня уже у нас. А также отличные финские смесители, очень удобные, с выдвижным душем. Различного дизайна и формы сегодня мы предлагаем. Также в этой кухне мы представили замечательную мягкую зону. Кто бы мог подумать, в кухне мягкая зона. Но это отличное место для отдыха хозяйки и ее общительной подруги. Производят впечатление дизайнерские вентиляторы ведущих мировых брендов Funimation и Matthew Funk, которые помимо своей функциональности и непревзойденного качества используются в интерьерах как арт-объекты. Студия мебели интерьера Дель Соле – это команда прогрессивных дизайнеров, собранная из разных городов России, которая не только поможет вам создать концепцию интерьера, но также и спроектируют для вас эксклюзивную мебель, осуществит ее изготовление, поставку и монтаж. Выставка будет работать с 27 по 30 октября в выставочном центре морского порта по адресу Несебрская 1Б. Ну а после выставки ознакомиться с новинками мебельной моды можно будет в салонах студии по адресам Черноморская 14, кухонный бутик и курортный проспект 76, мультибрендовый салон. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.